Задумчивое выражение моего лица, ну, в принципе, достаточно будет понятно вам. После того, как вы посмотрите этот сюжет. Ну, а начнем мы свое лирическое отступление по поводу наличия огромного ассортимента с абсолютно небольшого автомобиля, представленного нам фирмой Джимир Мак, что на Ленина 95Б. Это Chevrolet. Chevrolet Spark. Небольшой, экономичный, гармонично сложный. Тот самый вариант, который претерпел не то, что рестайлинг, он полностью перекроился и сделался безопасным, серьезным, вместительным и при этом небольшим автомобильчиком с весьма приличным движком, ну, от 0,8 до 1 литра и мощностью, кстати, неприличной для такого движка. 65 лошадиных сил. Ну и, соответственно, аппетиты у этой машины тоже небольшие. Почему мы вернулись в фирму Джимир Мак? А все очень просто. Сегодня и сейчас фирма Джимир Мак решила составить, ну, скажем так, огромную конкуренцию на рынке бюджетных и доступных автомобилей. Да-да-да. Это не только снижение цены, но и увеличение ассортимента. То есть основной закон бизнеса – приходите, выбирайте различную ценовую категорию, ну, это в зависимости от двигателя, до цветов разных жизнеутверждающих. И вот мы заехали на одну из парковок. А теперь я вам расскажу, почему я удивился. Я примерно такую же парковку видел в 97 году, когда мы проезжали из Нью-Йорка в Нью-Джерси. Как раз только приземлились, ну, были так слегка навеселе. И я увидел. И я подумал, а когда у нас такое будет? И вот у нас такое есть. То есть выбор автомобилей бюджетной категории за вами. И самое главное, приехав в Джимир Мак, ну, вы не заморачивайтесь, вам не заставят стоять в очереди. А сумму 235 рублей, чуть больше, я думаю, найти для вас сейчас уже не проблема. А теперь, пересев в автомобиль ценовой категории от 253 рублей, ну, 1000 рублей, мы скажем, что Chevrolet Lanos мне сразу что-то напомнил. До боли знакомое, до безобразия надежное и снижкавшее популярность. Да, открыл я капот и убедился. Тот самый замечательный, ну, доработанный двигатель от Opel Kadett. Ну, разумеется, в современном эдишене. И та же самая коробка. И автомобиль, выхода которого я, в общем-то, ждал. Думал, когда появится второе поколение Nexi. Так вот, оно не появилось. И сейчас это Chevrolet Lanos. То есть, соответственно, легендарная ремонтопригодность, потрясающая надежность и, кстати, крепкость по кузову. И все это сейчас в Джимир Мак, что на Ленина 95Б. А еще вы можете приехать туда и выбрать современный автомобиль. Это не та старушка Nexia, подчас и без гидроусилителя руля. Здесь и гидрач, и аудиоподготовка, и электростеклоподъемники, кстати, и это в базе. Ну, немножко надоели, знаете, серебряные и темные цвета автомобилей. Давайте добавим краску в жизнь. И краску добавить в жизнь можно легко, при этом взяв автомобили, ну, скажем так, более чем доступные. Они есть в широком ассортименте цветовом. Я, в конце концов, немножко посоветую, имею такое право порекомендовать, допустим, ну, машины бизнес-класса. Причем бизнес-класса, это имеется в виду, вы на них ездите постоянно, не выкабениваетесь. Покупать в фирме Джимир Мак автомобили для такси, я так считаю, тоже пора бы приобрести там. Потому как, ну, извините, девятки всякие там, десятки, это просто уже очень сильно устарело. А приобретя надежный легендарный автомобиль, ну, с отличной историей, я думаю, ваш бизнес будет просто процветать. Ну и в завершение мне хотелось бы сказать о том, что, ну, кредитные линии от Джимир Мак действуют, вам помогут приобрести автомобиль. И теперь самое главное, что мне очень понравилось. Дело в том, что
на оба этих автомобиля, да и практически на все, действует такая интересная гарантия. 2 года без ограничения пробега.